Итак, вот выехали. Вот человек, который толкал, и еще два дядьки. Грязный такой. Еще два дядьки килограмм по 130, короче, помогали нам. Вот эти вот наши приспособления. Домкрат, молоток и лопатка. Смотрите, видите, тут получается образовалась колея. И за счет этого там плюс не шло. И здесь не шло. И за счет этого получилась вот такая тема. Вот тут было колесо. Вот как тонет. Как тонет оно. Здесь была грязь. Да ты что, грязище тут. Здесь с помощью шнура выехали. Да, тут, конечно. Так что носите, ребята, этот всегда с собой или трос, или какой-то прибор, который будет вас вытаскивать. У нас нету фаркопа. С машиной, когда покупал, не продавался. А тут я вижу, что все еще и проржавело. Вот. Оно еще, мне кажется, сюда и не засунется. Ой-ой-ой, это была полная жесть. Ну ничего, спасибо добрым людям.